Привет, сына. Ага. Бери яблочко, сына. Куда мы собираемся? В садик? Да. Молодец. А Вику вырывать? Мы не вырывать зубы, мы с Гришей в больнице, да? Зубки там посмотрят ему. Мы приехали на ЖД вокзал. Мышастовка. Боюсь. Мышастовка. Не приехала, объявить должны. Я не знаю, тут вообще работает. Мышастовка. Глянь, тут даже можно посидеть, круто. Да? Вот оно, наше старое здание. Ну да, закрыто. Раньше оно работало, сейчас уж я не знаю. Ну, 8 часов. Сейчас вот посмотри, сколько времени. Часы же есть. Ну, пошли пока. Мы ждем электричку. Ну, знаешь, что? Когда это, нам скучно на крыше. Хорошо. Понравилось? Еще бы в поезде было. Ну да, еще бы и в поезде тебя. Так, все, мы, в общем, на втором Краснодаре. Сейчас идем на трамвай, да? Приехали на электричке. Все, в общем, мы даже быстро доехали, да, на трамвае. Теперь идем 2 квартала направо. До улицы Рашпилевской. Далековато на машине. Ну, здесь просто будут пробки. Мы доехали, видишь, без пробок. Быстренько. Я даже не знаю, сколько сейчас времени, но, наверное, 9:00. А мы уже на красную сейчас выйдем. Вон он, наш трамвай поехал. 2. Отсюда. Вон отсюда. Не, я не хочу, сейчас точно нет. Пошли. Ага, я закрыла этот. Пошли. Бля, какой крутой, да? Здорово. Нет, пошли, сейчас нам надо стоматологию. Да, это колеса для гироскутера. Ага, здесь какая-то гироскутер за 9 тысяч тоже. Это не колеса, это вот гироскутер, но только с ручкой, видишь? 6500 тысяч рублей. Не знаю, за еще не закрыто. Гироскутеры 6500. Сейчас пока не прикупим, попозже. Вот такие приезжают. Да. Так, мы пришли на Рашпилевскую. Да, на Мира Рашпилевскую. Тут какой-то парк. Не знаю, зайчик. Тут какие-то фонтанчики. Сейчас, в общем, пойдем смотреть, где здесь. Это поликлиника. Кого? Ну, может быть, я не знаю, может быть, они попозже включаются, сына? Угу. Бля, какая вода чистая-чистая, да? Здорово. Вот так да. Вот так да. Пошли посмотрим, что это за мужчина. Или смотри, я здесь хожу. Да? Давай. Я пойду посмотрю, Гриш. А, это Щербина. Чего? С этой стороны глубоковато. А водичка теплая. Да? Не хочу пробовать, я сколько там голубей. Мама, это зрелище. Ага. Звуковыми, да? Ну да, это ж для слепых со звуковыми. Говорят, что разрешен переход. Хочу. Так, ну что, мы вышли в стоматологии? Блин, спасибо, боженька. Да что, подожди, нам еще надо тебе полечить-то зубы. Стоматология. Хорошо, что мне ничего не поставили, я страдать не буду. Да подожди, еще сейчас, Гриша, отходи, тут капает кондиционер. Ну, капает. Давай. В общем, мы вышли. Хотя именно по этому поводу мы к нему приезжали. Поэтому, в общем, еще нам в Динскую ехать. А, тут включили фонтаны, ура! Ты рад? Бля, как красиво, ты идешь, а вот здесь. Да. Только нам надо не в ту сторону дойти здесь. О, так еще и там фонтан. Да, пошли еще туда посмотрим. Вау! Класс, да? Ну что,
Да. И ага. Тут такой же. Да. А тебе такой надо это поставить один этот, это палисадники. Да. Да, вот территория голубей. А вот же проход, Гриш. Они даже не боятся, ты видишь? Дай их поймать ты можешь. Они даже не боятся, да? А вот еще один этот. Па, ты бы хотел выйти на эту солянку? Нет. Ля, голый. Ага. Здесь купаться можно. Вау, глянь. Ага, Гриш, отходи, не надо мочиться, Зай, нам сейчас еще ехать. Ля. Пошли. Очень, мама, не будем стоять у него под хвостом. А это про этого же слона говорили, что вот для этого памятника тут крысы бегают. Да? Прям по новостям даже передавали. Что? Ну что, возле этого слона крысы тут. Вот детская площадка, и тут все жаловались мамочки, что здесь крыс много. Понятно. А чего здесь их много? Не знаю. Глянь, там еще и крокодилы. Видишь? Хочешь забыть? Нет, давай сейчас. А что здесь? Бля, как здорово. Ну я не знаю, сын. Тут вообще так здорово все сделано. Очень тяжело лететь, ветер в глаза. Вообще прикольно, да? Скейт-парк. Бля, я же говорю, мама, брусья все это. Гриша, смотри. Все это, как в этом. Бля, собака. Ага. Это мы сюда же ездили? Это ж театр. Не, мы в другой ездили. А это театр премьера. Музыкальный театр. Мама, мы сходим? Ну, сейчас он закрыт вечером же всегда в театре постановки. А вот театр кукол. Я даже не знала, где он находится. Так, мы сейчас идем на улицу Ленина. Мы находимся здесь напротив законодательное собрание. Вот оно, Белый дом. Виднеется. А здесь какой классный фонтан. Лиза, Лиза, Лиза. Ой, как красиво, да? Да, как так попадут. Это что, вот талантность. Угу. Ага, как брызжет, да? Ага, брызгает прям фонтаном. Пойдем дальше. Мама, нам бы такую ванную! Ага. Кто там по дороге-то ездит, кроме трамвая? Троллейбусы, да. Может, на нем поехать? Нет, да нам уже осталось одну остановку. Так, Гриша сейчас будет себе мороженое покупать. Да, но я его не люблю. Так, какое ты выбрал? Киви. Да, здесь есть фруктовое мороженое. Я люблю киви. Да. Будем сейчас пробовать, любишь ли ты мороженое из киви, да? Ну что, как тебе киви? Очень вкусное, да? Да, помнишь это? Король Лев, да. 59, а в рекламе говорят, что он 49. Ха-ха-ха. Здесь он 59. Гриша, пошли. Это что такое, сахарница? Вообще красиво. Не трогай. Так, мы теперь на трамвайной остановке, на кооперативном. Купили папе в Александрии две рубашки. И Sims 3, Григория. Райские острова. Гриша хотел, да. Так что теперь ждем трамвая. Такие рубашки классные. Даже часы здесь цветочные. На Гаврилова и Красный. Гриш, стой, нам здесь надо будет переходить. Бля, какая-то мозаика, бля. Ага. Флаг? Ну да. Какая-то... Это мозаика какая-то. Ну да. Какая. Так. Мы сидим уже в маршрутке с Григорием. 112, что ли? 120. В общем, каждый проезд у нас в Машастов стоит 65 рублей. Так что сейчас поедем. Ой, тут же нету. Сейчас он поедет, будет чуть-чуть дуть. Ну все, мы приехали до бабушки здесь. У меня где творог со сметаной.
Каковы, Ваня, куда же? Ого, я выспалась хоть у родителей. Теперь через 4 часа поедем за детьми в садик. Что и тебе? Чай, кофе? Да, чай. Ух ты, какой творог. Это прям он зерненый, да, какой-то? Ура, Анки, прям такие зерные, вкусные такой. Угу. Вот Афонькин светофор. Афоня, это твой светофор? Ты делал? Все, поехали домой? Ну что там? Да, мы тут с шариками. Да подожди. Что там, сыночек? Что там? Расскажи. Никто не укусит. Рек же, он же хороший мальчик. Он послушный. Он послушный, он уже хочет выходить. Мы сейчас его будем выпускать, да? Чтобы он побегал, поиграл. Иди вместе будем. Он хороший, он не будет никого кусать. Видишь, как он радуется? Ой, ты видишь, как он хочет выскочить? Мама, какое? Да. Да. Новую Симс мы купили, да? Блин, гля, какая здесь одежда. Тут очень крутая, но прическа есть как в старом Симс еще. Да? Ну мы такие силачи. Так, мы сейчас посмотрим, что я Симс себе, блин, заявляет. Мам. Да, какой город. Вау, да. Так, где? Можно вот здесь, давай? Давай. Не, или давай отмена еще посмотрим. Давай. Да, мама, тут домиков небольшой ассортимент. Давай. Это что? Нормально. Не, сейчас еще надо посмотреть. Нормально. А то что сейчас посмотрим? Нормально. Дали. Кто тебе не дал? Вот этот можно. Давай. Приобрести. Что тебе не дали? Вань, скажи, как это одежда. Нет. Мама, я уже больше какие-то машины добавила. Это так, ну что, я, в общем-то, расстроилась. Что мы как бы съездили сегодня зря в город. Ну, не то чтобы зря, к стоматологу все узнали. В общем, надо сделать нам там 2 пломбы. Хотя здесь нам в детской сказали, что не надо. Зубы эти и так будут меняться, пломбы делать не нужно. И налет надо обязательно почистить, надо сделать медицинскую чистку. Хотя в детской сказали, мы ее делаем только взрослым, детям не делаем. Но там нам сказали в городе, что это обязательно, и обязательно это надо сделать. Вот, так что, в общем, нужно делать медицинскую чистку, нужно 2 пломбы поставить. И все, и тогда ехать к ним уже записываться к вот этому доктору, который нас сегодня осмотрел. И еще расстроилась из-за того, что, ну, к стоматологу я не расстроилась, потому что все-таки нужно было поехать, нужно было все узнать, иначе я, знаете, так в неведении потом-потом, и так бы и не поехали. То есть теперь нужно завтра обязательно записываться к врачам в стоматологию, еще обязательно нужно записаться куда? Антошку на танцы, чтобы уже справка была готова. В общем, надо тоже записаться к нашему педиатру. По записи сказали прийти. Вот, так что вот такие вот новости. Что еще хотела рассказать? Что купили же рубашки с Сержуня в Александрии. Причем дома у нас есть уже рубашка с Александрии. С размером 43-й ворот, 170 рост. И я купила там 2 рубашки по скидке. Причем, ну, одна за 480 или за 440 рублей, другая за 840. Ну, как-то так. Вот. Ну, учитывая, что там рубашки 1300 и выше, то есть, как бы, это считаю, что со скидкой. Там всегда хорошие, мы знаем, мы уже там брали рубашки, они действительно носятся хорошо и школьникам, и, в общем, супер качество. Но они маленькие. Хотя вот домашняя рубашка, которая у нас есть, с прошлых коллекций, Александриевская, она налазит, а тут 43-й ворот уже какой-то маленький. Не знаю, в общем, я из-за этого расстроилась очень-очень. Так что теперь опять надо нашего папу везти, покупать рубашки. Пипец.
В общем, ладно, дети там играют. Мы сегодня купили, зашли диск. Ну, не зашли, шли. В общем, там увидели диски на кооперативном рынке. За 150 рублей купили. Просто установили, и все пошло. Если честно, это очень редко. Обычно диски за 150 рублей, на которых там куча игр, обычно тупят. И, знаете, это такой кот в мешке, который может пойти, может не пойти. Но тут все отлично вообще, поэтому я прям рада, дети теперь тоже счастливы. Sims, они очень любят эту игру, и мне она очень нравится, потому что там они строят дома, создают, там цели, добиваются их, у них там дети рождаются, знаете, в общем, такие прикольные игры. Еще даже я играла в эту игру, когда была маленькая. Ну, тогда Степа любил в Sims City играть, а я в Sims, ну, я не помню, сейчас вот четвертая, там, я не знаю, есть ли выше, там, Sims 3 райские острова, и, в общем, дети там играют. Вот так вот. Создают себя, создают себе разные цели, ходят на работу, в общем, прикольная игра. Мне нравится, и мне нравится, что в нее играют мои дети. В общем... Сейчас уже 10 часов почти. Поздравили мы. Сашу уже пошли. Я купила машинку, шарики, барабан. То есть вот в пакет все положили. Мыльные пузыри. В общем, все, что любят дети. В субботу нас вообще пригласили на день рождения. Ему годик, но мы не пойдем. Поэтому поздравили сегодня. Ну, вообще у него сегодня день рождения. 3 шарика гелием надули. Это, по-моему, беспроигрышный вариант. Все, что нужно детям, это шарики. Таким маленьким. Вот, так что, в общем, я рада, что мы его поздравили, в субботу нам на свадьбу. Так что мы на день рождения не сможем пойти. Вот так вот. Так что на свадьбу идем до Вована, 26-го получается. Ох, ладно, все. Иду загружать посудомойку и спать. Пока. All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying all